Время для нашего садового календаря. Луна в последней стадии роста. Сегодня она находится в знаке Весы. В твоем знаке. Да, отлично. Можно заниматься пикировкой рассады. Благоприятный день для посадки любых цветов. Ой, неудивительно. Ты прекрасна, как цветок. Пауза такая. Неожиданный комплимент. Ну, приятный, конечно. Ну, вообще, давайте, у нас посадка может быть для клубни луковичных, да, однолетних, многолетних, декоративных кустарников. День, кстати, еще подходит для посева белокочанной, цветной капусты и брокколи. Вау, можно заниматься укоренением черенков. Не рекомендуются прививки и опрыскивание ядохимикатами. Кстати, можно уже потихоньку начинать готовить грядки в саду. Напомним, что завтра Луна перейдет в стадию полнолуния, поэтому все работы с растениями лучше сегодня-таки завершить. Да, удачных посадок и прекрасных всходов!